Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Средневзвешенная ставка по ипотеке достигла исторического минимума. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Центробанк России. По данным регулятора, в июне текущего года она составила по рублевым кредитам 11,11% и опустилась до самых низких значений за все время наблюдения. Всего в первом полугодии 2017-го банки выдали жилищных займов на 770 миллиардов рублей, одобрив свыше 420 тысяч заявок. Общий портфель ипотечных кредитов, по данным на 1 июля, составил 4 триллиона 670 миллиардов рублей. Дайджест недвижимости. Снять трехкомнатную квартиру в Кирове стало на 20% дороже. Арендные ставки в июле поднялись с 18 200 рублей в месяц до 21 900 рублей, сообщает аналитический портал Rekker.ru. Также в цене около 300 рублей прибавили двухкомнатные квартиры. Арендодатели просили жильцов порядка 11,5 тысяч рублей. Стоимость однушек почти не изменилась. Их можно снять в среднем за 9 тысяч рублей. Что касается краткосрочной аренды, то как раз однокомнатные квартиры продемонстрировали рост на 4% до 950 рублей в сутки. Дешевле всего в июле предлагали снять однокомнатную квартиру на Дерендяево – 4000 рублей в месяц. Самая высокая арендная ставка – трехкомнатная квартира на улице Молодой Гвардии – 45 тысяч рублей. Дайджест недвижимости. 28 домов в Кировской области строятся с нарушением прав дольщиков. Об этом на расширенной коллегии областной прокуратуры сообщил глава ведомства Николай Журков. В основном это касается нарушения сроков, установленных разрешениями на строительство. Прокуроры также фиксируют нарушения порядка привлечения денег граждан, их нецелевого использования и хищения. Эти факты послужили основанием для возбуждения 4 уголовных дел, сообщают бизнес-новости в Кирове. Напомню, в реестр обманутых дольщиков в Кировской области внесено 145 пострадавших по 8 объектам. На сайте регионального правительства сейчас опубликована дорожная карта, в которой указаны сроки, когда проблемы необходимо решить. К примеру, конечный срок достройки дома на Ленина 145 – 4-й квартал этого года. На Сурикова 31 – 4-й квартал 2019 года. На Горбуновой 31 – 3-й квартал 2020 года. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.